Исполнили гражданский долг. Проголосовали избиратели, находящиеся в настоящее время в больницах. Им доставили мобильные урны. Своим правом голоса воспользовались пациенты и клинической больницы Бельц. Кроме того, проголосовали 507 граждан, проходящих лечение в медучреждении Министерства здравоохранения, а также Институте неврологии и нейрохирургии и Институте физиопульмонологии. В дополнительных списках, представленных в субботу в 8 медицинских учреждениях, которые мы обслуживаем, было 918 пациентов. Сейчас работа ведется в Республиканской клинической больнице и в Институте онкологии. Остаются еще детская больница имени Валентина Игнатенко и городской физиопульмонологический диспансер. 11 членов избирательного бюро распределили на 8 медучреждений. Все они соблюдали санитарные меры. Мы обслуживаем как пациентов, госпитализированных с сопутствующими патологиями, так и больных с COVID-19. По данным ЦИКа, мобильные урны запросили более 10 тысяч граждан с правом голоса из 10 округов. 338 заявок поступило от избирателей с симптомами нового коронавируса.